Всем привет, друзья! Сегодня у нас игра под названием I See You. Игра хоррор в таком пиксельной графике, достаточно пугающая, возможно. Так, подожди, нам уже сюда или куда? Это выход стоять. А ты можешь нажать F, чтобы взаимодействовать с объектами. А, большинство комнат имеют заключения закрытые. А, можешь все найти ключи для них. Чего, куда ключ надо искать? Так, бегать можно, замечательно, бегать можно. Это хоррор. Да вы же, наверное, поняли. Так, записка, нет? Нет. Или да? Нет. Капельница. Да, графон, конечно, такой себе. Но, это... Это плю... А, типа, окна... А, это типа, мы в психушке находимся, да? Да? Ну да, походу, реально психушка. Так, где тут, где, собственно, вот эти двери, про которые мы говорили, которые закрыты? Почему-то... О! Ты подобрал ключ, который может открыть дверь. Теперь ты можешь открыть дверь. Какую дверь? Ту дверь? Эту дверь? Нет, не эту дверь. Ладно, ладно, не эту дверь, значит, хорошо. Так, ёб твою мать, куда эту дверь надо открыть? Так, ящики у нас здесь есть, ага. Открыть нельзя. На самом деле, это немножко страшно. Потому что... Неизвестно, что может произойти. Не читается. Все, пошли открой дверь, эту дверь. Давай. Так, мы, собственно, открыли эту дверь. А вот, собственно, вот эти вот двери, которые не открыл. Чего? А, имеют двери, открытые для себя. Хорошо. Так. А, читать нельзя. Я проверяю, потому что вдруг это можно читать. Стоп. А, что? Ты можешь нажать Shift, чтобы бежать, когда это нужно тебе будет. Хорошо. Хочется будет жесть. Так, это открыть можно? Нет, заперт. Так. Чика нет. Теперь можем бегать, хорошо. А мы до этого могли бегать. Чё я говорю? Опа. Нет. Серёж, это карандаш. Мы сейчас будем исследовать психушку, да, получается? Или что это? Мне кажется, это психушка, потому что запертые двери. Мне кажется... Ой, какие двери. Решетки на окна. Потому что, мне кажется, в простой больнице не будет решеток на окнах. Так. Нет. Так, надо найти какую-то запертую дверь еще раз, да? Получается. Я уже, не знаю, готов ко всему. Хотя нет, не ко всему. Ру. Вот, вот дверь. Получается, это какие-то, можно сказать, мини-уровни, то, что мы заходим, ищем ключ, открываем дверь. Какой-то же звук стри есть. Все, стри, какой-то какой-то. Да, немножко страшно уже, немножко реально. Так. А, записочка, нет. Реально какой-то звук такой, слышишь? А, что у нас за дверка? Заперто. Вот окно. За ней дождь. Вот дверь. В смысле? А нам не надо ключ искать. Ладно. Чего это сейчас было? Не понял. Чувствительность маленькая, вот так будет получше. Опа. Шлебр. Нет, это большая чувствительность. Так. Так, много-много. Так, на троечку, хорошо. Ну, еще какой-то ключ. А мы где? Чего ты сказал? Что ты говоришь, смотри. Куда нам идти надо? Это голос был. Или показалось. Опа. Нам туда.
Да. Так помнишь, конечно. Твою мать! Ты кто? Пошли за тобой! Быстро, быстро за ним, пока он не бежал. Ага! О, твою мать! Опа! Выход. Блин, выход. Ты мо... Что? Ты можешь... А, маркировать двери. Помечать, короче, двери, окей. Только нахрен мне это надо? Дверь помечать. Что еще делать? Это на выход надо идти, да? А я не помню, как надо идти куда. Идем? Да. Пошли обратно. Просто... Твою мать, я просто не помню, надо куда идти нам. Но помню, что когда мы первый раз зашли в эту игру, там, ну, в начале, там был какой-то... Ты можешь нажать Е, чтобы интерактировать, чтобы взаимодействовать с дверью. Это я знаю. Нет. Е. В начале у нас была дверь, помеченная как exit, выход. А где она, я уже не знаю. Что? Я могу? Hear you. Чего ты можешь сделать? Опа. Чего? Это типа отсылка на этот, на странные дела. Сериал. Там такие же двери вроде были. Опа. Куда надо идти? Какой-то звук есть. Игорь, слушай. Это такая, страшно, не особо. Ой, так, сюда. Здрасте. Так, никого. Ничего, никого. Так. Да, мы здесь были уже вроде. Ну да, мы здесь были, я помню. Что-то такое подобное было у нас здесь. Это все странно, слушай. Куда нам идти надо сейчас? Твою мать! Тихо, тихо, тихо! Какой-то черт был, видел, лицо такое было, да? Тихо. Охереть. Вот тебе раз. Ну, лицо какое-то было там, да? Так, мы опять в этом большом коридоре, что ли? Опа. О! А! Вот опять оно было! Подожди! Так, а это тот, который за нами следит, что ли? Я не понял. Так, мне уже страшно, что-то. Походу, реально, это тот, который за нами говорит, там следит. Я уже не первый раз лицо вижу, я тебе говорю, в этой игре. Сколько раз увидели уже. Чуть не ускоряно, страшно становится. Что? Вот выход. Пошли. Я вижу тебя. Ой, see you. О! Эй! Дружище! Чего? О, это уже морг, да? А это для нас морг, да? Фу. Мы будем его этими гостями-посетителями. I see you. Чё ты see you там меня, а? See you, блядь. Выходи давай, выходи давай, выходи, черт. Выходи, показывай свою морду, а. Чё? В смысле? Какая дверь там открывается, открывается, не понял. А ну сюда-ка иди быстро. Сюда, сказал. Он лох, короче, все, он прячется от меня, все. А, лошара, все, короче, забоялся меня, испугался. Заперт. Ладно, что да. Давай, нам что, иди сюда. Айси, что ты можешь смотреть с тяжка, да? А просто выйти не можешь поговорить. Сюда подойти. Ну что мы тут забыли? Что нам делать здесь надо? Ключ. Все, пошли. К тем дверям, наверное, надо идти. I see you, I see you. Ага, see you. Чего, блин? Ага, ой. See you. Ага. Мы же вышли же уже, там выход был. Так он все, он, получается, обманул нас, да? Не понял, где ты?
Сюда иди! Их раб потолки высокие, я только сейчас заметил. Ибо они так были. Твою мать! Иди нахер! Твою мать! Козел какой! Посмотри на него. Опа. Пошли. Так. Ой, да. Ну, короче, вышел все. Куда идти? Опа. Когда я легко все двери нахожу, мне кажется, я не туда иду вообще. И что будет? На. Такой челик получается. I see you. Выходи давай еще раз. Прячется, ходится три. I see you. Че это там сейчас было, а? Я видел сейчас. I fatal error. Кого? Ты что, дуру дал, что ли? Глаза. Это ты этими глазами меня видишь, что ли? See you, мазафака. А ну давай, выходи. О! Наша дверь. О, потолок появился. А там не было потолка, кстати. Так. Да твою мать, опять здесь! Чё мы здесь за... Слышь ты. Вот скотина, смотри. Мы здесь же были же уже, пёс. Куда идти? Мы были же в этом уже огромном коридоре. Смотри, как козёл, а. Запирает нас. I see you, I see you. Тьфу, блядь, I see you. А, твою, иди сюда, быстро. Иди сюда. О, для нас? Чё? He's watching, ага. Он видит. Нихера он не видит. Пёс. Так, теперь куда? Теперь уже ось видит он. О! Здорово! Эй, ты где? Иди сюда! Да ладно. Испугался. Опа. Что? Подожди. А в какой смысл в этой игре? Почему тут так много? Это какой-то закулисье, что ли, я не могу понять. Почему так много ходов? Где выход вообще? Как выйти с этой. Вот мы опять здесь, мы же были же здесь уже. I see you. Видит он меня. Ага. Давай. Видит. Если видит, то он сзади, да, стоит? Нет. Пошли. А... Опа, это что-то другое. Поле зрения. Поменялось. Бля, что-то было здесь. А почему поле зрения поменялось? Не понял. Это шум белый. Не понял. По стенке вдоль пойдем. Чего? Фатальная ошибка, в смысле? Ангеру выходит в следующую комнату. Опа. А мы опять здесь. А мы были же здесь. А мы же были здесь. А что мы здесь были? А мы же здесь были. Куда еще нам дальше идти? Ангеру выходит. Не может прогрузить следующую комнату. Ну, не может, значит не может. Чё там смеешься, падла? Ладно, не может, значит не может. Давайте на этом будем заканчивать, ребят. Подписывайся на телеграм, ВКонтакте. Ой, какой ВКонтакте, я этого не публикую ничего. Подписывайся на телеграм, на тему публикую пост новости, опросы, делитесь видео с друзьями, ребят. Всем удачного дня, вечера, ночи, ребят. Всем пока.